Здравствуйте, мои дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. Вы удивлены? Пустая коробка стоит. И что бы это значило? Все очень просто. На самом деле у меня сейчас будет не распаковка, а запаковка. И у вас на глазах я сейчас заполню эту коробку, потому что это будет посылка для моего замечательного друга и подписчицы Рамили Марининой из Санкт-Петербурга. Мы с ней договорились, и я для нее купила на блошином рынке коллекцию, во-первых, кукол, во-вторых, ну, в общем, мы с ней договорились. Я туда много чего положу и буду это делать у вас на глазах. Поэтому приготовьтесь к сюрпризам. Затем я эту посылочку запакую, подпишу, отнесу на почте, отправлю. И я очень надеюсь, что это все дойдет до Рамили до Нового года. Ну, просто очень надеюсь. Ну что ж, давайте мы посмотрим, чего я туда собираюсь положить. Начну я, пожалуй, запаковывать свою посылку вот с этих замечательных куколок-игрушек. Их у нас вот здесь столько, и вот еще вот здесь. Ну, то есть вполне достаточно для того, чтобы составить коллекцию. Ну и я немножечко хочу вам показать и рассказать, что же, собственно говоря, это за куклы такие. Эта кукла называется Cabbage Patch Kids. То есть это линия мягких скульптурных кукол, проданных Ксавьером Робертсом и зарегистрированных в Управлении авторских прав США в 1978 году как маленькие люди. И бренд был переименован в Cabbage Patch Kids, когда куклы началось массовое производство в 1982 году. Ну, там было несколько коллекций на протяжении многих лет. И вот я сейчас немножечко расскажу про легенду, сказку, которую придумал владелец компании для того, чтобы распространять свои изделия. Этот кукольный бренд был самым популярным игрушечным увлечением 1980-х и один из самых давних кукольных франшиз в Соединенных Штатах. Персонажи появлялись во многих других продуктов от мультфильмов до альбомов и настольных игр. По словам Робертса, будучи 21-летним студентом-художником, он использовал навыки квитлинга. Что такое квитлинг? Ну, многие знают. Это изготовление стеганых изделий. Он научился у своей матери и историческую технику литья иглой, чтобы разработать собственную линию тканевых скульптур. Он назвал эти сшитые вручную, единственные в своем роде скульптуры из мягкой ткани, маленькие люди. Его маленькие люди не были выставлены на продажу, но были усыновлены, каждая со своим индивидуальным именем и свидетельством о рождении. Вместо того, чтобы платить покупную цену, покупатели Little People должны были заплатить сбор за усыновление. Но сначала маленькие люди продавались на выставках, затем в больнице Babyland General Hospital, это старая медицинская клиника. Вот, и вот эти продажи пятерых маленьких человечков, когда-либо сделаны в этом учреждении, Бенни и Дженни Шелтон из Каминга, штат Джорджия, заплатили вот за этих пятерых кукол $5000. Но это было сделано вручную. И что одна из первых кукол маленьких человечков Робертса, которую он когда-либо создавал, была продана на аукционе в Вирджинии в начале 80-х годов за $3000. Вот представляете себе такое? И еще Ксавье Робертс был, он придумал такую сказку. Когда он был 10-летним мальчиком, он обнаружил детей капустных участков, следуя за пчелкой, кроликом и за водопадом волшебный капустный участок. И он обнаружил, что вот из этих капуст рождаются малыши. Чтобы помочь им найти хорошие дома, он построил Babyland General Quillindy, где дети, вот эти детки, могли жить и играть, пока их не установили. А пчелы, такие пчелки, пчелообразные существа с кроличьими ушами, которые они используют в качестве крыльев, они опыляли капусту своими волшебными кристаллами, чтобы вырастить малышей из кочана капуст. И там же также присутствует полковник Кейси, большой аист, который наблюдает за больницей общего профиля Babyland. И он рассказывает истории детей из капустного поля. Ну, вот такая интересная легенда. А теперь я хочу вас немножечко ближе познакомить с этими куколками. Вот как они выглядят все очень по-разному, хотя стиль у них один.
И вот мне удалось купить две такие с ботиночками, а все остальные у нас босенькие. Ну, заодно мы можем рассмотреть ножки и ручки, и все остальное. Ну, а сейчас хочу познакомить вас поближе с этими куколками. Значит, смотрите, тело у них из поролона. Ну, сделано, как будто это бэбички, видите, с такими перевязочками. Волосы у них у всех разные. Вот здесь, например, волосы из веревочек. Платьице оригинал, то есть платьице, которое вот было при продаже, что очень ценно на самом деле. Головка может быть разная. Вот здесь у нас такая, из какого-то материала, скорее всего, это пластик. Но выглядит, как будто тоже поролон. Смешная, правда? Вот. И у каждой куколки на попке, вот сейчас я вам покажу, есть вот, видите? Это фирменный знак этих куколок. То есть их перепутать вообще ни с чем невозможно. Видите вот такой вот надпись? Знаете, что вот это вот и есть капустки куколки. Вот такая у нас куколка. Следующая куколка у нас тоже рыжеволосая, тоже такие странные волосы. Но это уже из ниток. Из каких-то, даже не знаю, шерстяные или какие, или еще. Вот и здесь тоже что-то тверденькое. Головка вот такая смешная. Ну вот, тут такие ползуночки типа, штанишки. И тоже в туфельках. А вот это попс. Смотрите, какой смешной. Вот, и да, тоже у него, смотрите, вот. Он одет полностью в оригинальное, то есть ту одежку, в которой продавался. Вот такой. Вот. Ну, смешной такой. Так и хочется потискать. Вот. А сверху уже такие более взрослые. И вот тут у меня есть, например, вот это. А тут из резины личико сделано. Вот. А все остальное тоже опять-таки. Ну, посмотрите, какое платьице замечательное. С передничком. Волосики в прическе прямо вот. Вот еще одна смешная, рыженькая, тоже в штанишках. А вот эта девочка продавалась, вот видите, шерстяные волосики у нее. Она продавалась голенькая. Я это платьице ей купила. Это, знаете, платьице для маленькой девочки, которая 1 или 2 месяца. И она вот так достаточно хорошо подошла к этой куколке. Вот сейчас я буду это все запаковывать. А вы не переключайтесь, потому что посылка, которую я собираюсь сослать, она гораздо больше. И перейдем теперь от наших замечательных куколок к следующему. И сейчас посмотрим, что это. Итак, продолжаем с куколками. Но это, правда, две последние. Это я, вот эту я купила по просьбе Рамили. Она, видите, какая? Я не знаю, это фарфор, фаянс, керамика, ну что-то в этом роде. Ножки у нее не двигаются, а вот ручки вот шарнирные, подвижные. И посмотрите, какой взгляд у этого ребеночка. Ну, ребеночек, правда, совсем не одет. Вот, и производство Япония. Видите? Посмотрите, как все сделано, спинка там, попка. Вот, перевязочки на ручках, вот на ножках. Вот, и она даже в каких-то типа туфельках. Ну, в общем, вот такая вот. А вот это я уже купила сама. Для Рамили, ну, понравилась она мне очень. Смотрите, какая смешная, тоже маленькая. Чего производство, не знаю. Вот она была прямо вот в оригинальной такой штучке. Вот так она закрывается. Я ее так и запакую. Вот в шотландской одежке такой. Видите, в клеточку. С кружавчиками, с туфельками. И так интересно, ножки. И ножки эти, между прочим, подвижные, шарнирные. И ручки тоже. Головка, правда, нет. Но все равно хорошая. Я думаю, Рамиле должно обязательно понравиться. А еще к Рамиле поедут вот эти винтажные американские открытки. Но это не просто открытки, а именно на детскую тему. Здесь вообще вот так вот сделано, не знаю, что тут и как. Такое чувство, вот не знаю. Но тут же написано чего-то. Так. Это поздравление с чем-то, каким-то праздником. Вот такой мальчик. Здесь вообще... А здесь тоже есть поздравление. Так. Такая. И вот еще, мне кажется, это одна серия или нет. И вот такая вот
внутри вот такие замечательные открыточки. Вот. Но выглядят они очень винтажно. Для меня, во всяком случае. Затем у меня есть еще вот такая. С наилучшими пожеланиями. Так, здесь даже цена осталась. Ну, я, конечно, $4 за нее не платила. Это целый лот от одного и того же покупателя. Вот. Но тут есть очень ценная информация. Вот здесь вот. Это очень старая открытка, потому что здесь, видите, вот эта рамочка, написано, что в Соединенных Штатах, если отправляешь это посткарт, это открытка, так называемое открытое письмо. 1 цент в пределах США, 2 цента за границу. Вот такая. Мы это вот все из одного альбома забрали, видите? Ну, тут явно сцена ревности. Так, смешно, правда? И она подписана, и стоит марка. Вот видите? Она подписана, что придает ей определенную ценность. Вот. Но я вас сейчас нагружать всем этим не буду, иначе мой обзор превратится вообще в полную бесконечность. Затем вот это. Это не подписанное. Вот. И вот такой сюжетик здесь. Ага. Девочка нашла гнездо с птенцами. Так. Что тут написано? Да, вот нашла. Вот так вот. Это на Истер, на Пасху. Так, поехали дальше. Вот такая открыточка. Это тоже Истер. Неподписанная. И видите, она вот в таких вот пластиковых футлярчиках. Это из одной коллекции. Там женщина продавала коллекцию винтажных, свою коллекцию. Ой, вы не представляете, сколько там всего было. Вот еще один вариант на Пасху, на Истер. Так. Мне сейчас трудно определить, какие это годы. Это надо порыться как следует. Вот тоже на Пасху, тоже детки. Девочка с кроликом. Просто написано Happy Easter. То есть поздравляю с Пасхой. Счастливой Пасхи. А теперь вот здесь. Так. По-моему, на День Святого Валентина поздравления. И вот видите, здесь тоже подписано. В общем, работы здесь по рассмотрению очень много. Вот еще одна подписанная смешная. В общем, здесь все полностью, которые вы видите сейчас, это все с одной коллекции. Я выбирала именно детскую тему конкретно. Так, тоже на Пасху. Видите, ребенок на петухе. Вот, но не, она не подписанная. Так, далее. Вот такую вот. Это уже поздравление с днем рождения. И она подписанная какому-то, наверное, мальчику. Вот. Далее. Вот такая девочка. И что-то, что здесь? Ага, просит. Вот этот мальчик, очевидно, просит, чтобы эта девочка написала ему что-нибудь как можно побыстрее. Написал, спрашивает он. Ты уже написала мне ответ на что-то или, в общем, просишь, чтобы она ответила, наверное, на его какое-то письмо. Вот, ну и еще вот здесь у меня есть очень интересные вот эти вот карточки тоже. Сейчас мы на них тоже поближе посмотрим. Вот эти. Это тоже с Днем Святого Валентина. А, знаете, что тут написано? Остановись. Ты украла мое сердце. Вот. А здесь... Ой, трудно так видеть все это. Да, не знаю я. Но тоже вот такая. Видите, это из одного альбома. Но и вот... Вот это. Эта страничка из одного альбома. Я ее забрала. И стоила она мне $1 или 2, наверное. Вот, ну... Это я сначала взяла, а потом оказалось, что, что у нее еще масса альбомов, я просто не видела этого всего, и я добрала это, и в результате я заплатила совсем недорого за все это. Открытки эти, друзья мои, раритетные, редкие.
Вот, я считаю, что, ну, это хорошее очень приобретение, что уже целая коллекция. А коллекция — это всегда хорошо. Продолжаем. Это еще не все. Сейчас мы посмотрим вот на это. Я думаю, что очень многие любители коллекционера, которые коллекционируют посуду, должны узнать то, что стоит у них вот сейчас у меня на столе. Дело в том, что вот, видите, вот такая деревянная платформа для чайной пары. Это производили несколько компаний, в том числе Avon. И это и есть Avon. Давайте посмотрим вот эту чашечку. Вот так она сделана. Замечательная чашечка. Смотрите, она на свету светится. Хороший, видите, фарфор какой. Вот, видите, здесь написано, это год. Ну, не сильно винтаж, 2001, но все-таки. И написано, что это Avon. Вот. И вот такое блюдечко. Прошу. Ну, в общем, короче говоря, я считаю, что... Ну, дело в том, что сама Рамиля это выбирала. Я шла по блошиному рынку, показывала ей, а она мне тыкала пальчиком, чего ей купить. Вот в результате получилось у нас вот это тоже. Надеюсь, мои друзья, что вы не переключились и продолжаете смотреть. И вот эта коробочка, это последнее, что я буду вкладывать в посылку. Ну, как вы думаете, что может лежать в такой коробочке? А вот что, брошечки. И сейчас мы каждую брошечку рассмотрим по очереди. Итак, вот начнем с того, что лежит, что называется. Вот, это не брошечка, это такая подвесочка. Но видите, какая? Woodwage, конечно же. Хотя тут не стоит, что это Woodwage. Но мне кажется, что понятно. Это подвеска. Далее. Вот это брошь. Камелия. Посмотрите, какой интересный задничек. Вот вы знаете, я видела много задничков, но вот такого как-то еще ни разу. Именно в такие какие-то дырочки. Обычно там идет какой-то узорчик, еще что-то. А в дырочке не видела. Вот такая камея. Затем у нас вот что будет. Что это у нас? Вот. Это так называемая сахарная техника. Вот так. Брошь-подвеска с нежным букетиком цветов. Следующее. Ой, вот это. Такая замечательная брошь. К сожалению, сделана в чайне, но вы знаете, эта вещь достаточно раритетна. Тут написано, видите, что... Да, go to домой. Ну, в общем, это эксклюзивная вещь по заказу от какой-то калифорнийской компании. Вот. Вот такая замечательная брошка. Далее... Еще одна вот такая камелия. Замечательная, правда? Вот такой задничек. Очень хорошая. А вот затем у нас идет вот такая брошечка. Посмотрите на нее. Видите замочек? Это уже сразу видно, что это сделано в Соединенных Штатах Америки. Сборная брошь. Ей не меньше уже лет 50. Затем у нас пойдет еще вот такая брошечка. Смотрите, какая прелесть, какая красота. Вот, что могу сказать. Посмотрите, видите, какое здесь потрясающее стекло. Как она сработана, хорошо, интересно. От большего я даже не знаю, как ее носить, вот так или вот так. Нет, наверное, все-таки вот так. Да, вот так вот. Вот, вот такая красотуля. Далее. Решила я отослать, ну, это же к Новому году, к Рождеству, вот такого ангелочка. Надеюсь, Рамиле он понравится. Он такой небольшой, но очень, посмотрите, тщательно сделан. Так. А затем три последние брошечки, которые я вам хочу показать. Это трифари. Барабанная дробь. Вот такая, очень интересная. Сейчас, где-то у нас была маркировочка. Вот, трифари. Так,
Затем вот такая. И здесь тоже должна быть маркировка. Вон там, вон трифарь. Угу. Ну и последняя трифарь брошечка. Это вот это. Вынула из своей коллекции. Чего не сделаешь для дорогой подружки. О, еще одну забыла. Ай-яй-яй, нехорошо. Еще одна камея. Старенькая-престаренькая. Я уже ее чистила все равно. Вот такая, но старенькая. Смотрите, как интересно. Какой-то жучок, паучок. И стоит тут маркировка. О, Господи, твоя воля. Вот прочесть бы ее еще. Это было бы совсем хорошо. Или это не маркировка? Ой, нет, ошиблась. Это не маркировка, это просто такой вот, такой жук. Скорпион, наверное, я так думаю даже. Ну вот, мои дорогие, сегодня, пожалуй, и все. Я все приготовила. Сейчас буду упаковывать все это в этот ящик. Когда я его брала, я что-то думала, что он такой большой. А сейчас посмотрела, ой, как бы все это вместить. Я надеюсь, что все-таки получится. Вот. И все положить, все запаковать аккуратненько. Не хочется еще один ящик искать, уже и больше. Вот тут тоже большой. Ну, эти куколки, которые у нас, капустки, они же, их можно сложить, они из поролона. Их можно сложить веревочкой, перевязать, и с ней ничего не будет, и она будет мало места занимать. Ну что, мои дорогие друзья, сейчас еще раз посмотрим все-таки, что я буду ложить в мою большую, маленькую коробку для посылок. А единственное, что я вам хочу сказать, вот, я бы с удовольствием взяла бы вас с собой на блошиный рынок, в живой эфир, но у меня еще нет 1000 подписчиков. Осталось, правда, совсем немножко, но боюсь, что сезон блошиных рынков закончится. А очень бы хотелось бы, конечно, с вами погулять вместе, так как я это делаю с Рамилей, но мы это делаем в WhatsApp, там много народу не получится. А прямой эфир, ну, придется, наверное, на следующий год оставить. И в этом прямом эфире каждый из вас может выбрать себе, что он захочет. А я купила бы, я заслала бы. Но видите, как бы пока еще не время. Но надеюсь, что в следующем весне уже пройдут проблемы с коронавирусом, будет хорошая погода, а у меня будет 1000 подписчиков, и я смогу делать прямые эфиры с блошиного рынка. Ну вот, мои дорогие друзья, мои зрители, это, пожалуй, все, что я хотела вам сегодня показать. Но перед тем, как попрощаться с вами на сегодня, я хотела бы рассказать вам о том, что не мешало бы смотреть информацию, которую я сбрасываю в инфобакс под, вот под это видео и под любое другое. Там очень много всегда информации. Вы там можете прочесть очень много интересного про то, что я вот показываю. Чтобы не засорять эфир, я потом записываю. И здесь будет не исключение. Пожалуйста, посмотрите. Я дала там информацию про этих куколок. Ну а на сегодня, дорогие мои, вот, я запаковываю все. И до свидания. Всего вам доброго. До следующих встреч. И я вам желаю много-много света, счастья и здоровья. А с вами была Инесса из Нью-Йорка.